А тем временем Абдусамат Гамидов поручил создать специальную рабочую группу по вопросам оказания содействия беженцам из Украины. Сегодня в правительстве республики прошло оперативное совещание по ситуации с вынужденными переселенцами. Анатолий Карибов доложил о принимаемых мерах. Первая группа беженцев в количестве 56 человек прибыла в Дагестан в пятницу. Всем им были созданы комфортные условия проживания. Люди расселены в санаториях и домах отдыха. Кроме того, 64 человека будут находиться в дагестанских семьях, пожелавших их приютить. Руководители министерства и ведомства лично ознакомились с условиями их проживания и питания. В свою очередь, Гамидов рекомендовал им взять шефство над семьями беженцев, прибывших из Украины. Так, премьер-министр поручил держать под особым контролем вопрос обеспечения людей жильем, питанием и всем необходимым. Кроме того, министру финансов Дагестана Антонине Идрисовой было поручено найти денежные средства на покрытие расходов.